наверняка такое событие в городе и плюс выходной день в стране. Почему бы не прийти посмотреть бильярд с такими мастерами? Да. Не так часто Крыжановский бывает в Перми, я так думаю. Вот что вот это за красота? Как такое возможно исполнить? Да, это просто фантастика. Настолько идеально забить чужого и через два борта поставить